Уважаемые участники вебинара, я надеюсь, меня видно, слышно хорошо. И я думаю, можно начать наш сегодняшний вебинар, который я назвала «Интерактивное видео своими руками». На эту тему я уже много говорила. Сегодня, возможно, какие-то из инструментов, о которых я буду рассказывать, покажутся вам уже знакомыми. Но я надеюсь, что какая-то новая информация в нашем вебинаре все равно будет присутствовать. Презентацию, которую я сегодня буду показывать, можно скачать, как всегда. Она находится в папке «Ресурсы». Значок папки находится с правой стороны на вашем экране вверху. Там несколько иконок. Среди них нужно выбрать серую, которая изображает папку. На нее нажать. Откроется список ресурсов. И там среди них вы найдете зеленой кнопочкой «Интерактивное видео своими руками». Это как раз и есть презентация. До конца вебинара вы можете ее сохранить себе на компьютер. Чем она интересна? Там много интересных полезных ссылок и на обучающие материалы, и на сами сервисы, и инструменты, о которых буду рассказывать. Все эти ссылки, которые я сегодня буду отправлять в чат, они тоже собраны в этой презентации. Поэтому, если вы что-то пропустите в ходе вебинара, скачав презентацию, можно вновь вернуться к этому материалу. Ну, я думаю, можно начать. В последнее время и в школах, и в библиотеках все чаще используются видеоролики. И не только готовые, которые взяты из сети или, допустим, экранизации произведений, но и выполненные зачастую самостоятельно. Поэтому в библиотеках все больше появляется видео- и аудиостудий, и совместно с читателями можно производить разные информационные продукты, устраивать громкие чтения, записывать постановки спектаклей, видеолекции, буктрейдинг. Трейлеры делаете, многое-многое другое. Формат видео не случайно, наверное, стал так широко использоваться, потому что по сравнению с той же самой презентацией у него есть ряд преимуществ. Во-первых, видео, конечно, обладает наибольшей запоминаемостью. 60% информации сохраняется в памяти при просмотре видеороликов, поскольку задействованы зрение и слух. Кроме того, видеоролики доступны на любых устройствах, и на компьютерах, и на мобильных. А это очень важно, потому что сейчас очень много информации, особенно дети, юношество, получают именно благодаря доступу через мобильные устройства в сеть интернет. Понятно, что презентации и какие-то другие информационные продукты могут просто не работать на смартфонах, например. Читатели могут просматривать видеоролики дома и сидя на скамейке в парке и в любое другое удобное для себя время. Поэтому не случайно они так широко распространяются в социальных сетях и получают все больше и больше популярности. Но самая главная проблема при просмотре видео, с которой сталкиваются и учителя в школе, и библиотекари на мероприятиях, это то, что видео зачастую просматривается просто пассивно. Участники никак не проявляют себя, просто пассивный просмотр все-таки в ряде случаев это не есть хорошо. Поэтому сначала в школе, а теперь уже и в библиотеках, появляется необходимость прикреплять к этому видеоролику разные задания, устраивать опросы, обсуждения просмотренного видео, снабжать видео какой-то дополнительной информацией, давать ссылки на интересные веб-ресурсы и многое-многое другое. И таким образом мы приходим к пониманию того, что видео должно стать интерактивным, то есть взаимодействовать каким-то образом с читателем, либо читатель взаимодействует с видео. Для чего нужно такое видео? Ну, оно решает несколько основных задач. Во-первых, оно облегчает просмотр самого ролика. Если какая-то информация кажется в видео непонятной, то для этого есть ссылки, аннотации, комментарии по ходу видео. Вы можете к ним обратиться и уточнить непонятное слово, непонятное понятие, новую для вас информацию. Или наоборот, глубоко погрузиться в тему, узнать что-то дополнительное по теме. Это, конечно, плюс. Второе, что делает интерактивное видео, это делает зрителей участниками. Для этого есть и викторины, и опросы, и обсуждения, разные интерактивные задания и многое-многое другое. Поэтому создать видео, интерактивное видео сейчас создают его много и часто, очень много студий коммерческих, которые этим занимаются на профессиональной основе. И в корпоративном обучении очень часто используются именно интерактивные видеоролики. Но интерактивное видео на самом деле можно сделать и своими руками. Может быть, оно не будет таким красивым, как профессиональное, но тем не менее оно решать свои задачи все-таки будет. Я вам покажу несколько несложных инструментов, которые помогут вам придать видео немножко интерактивности.
Начнем мы с самого простого варианта, когда мы создаем видео и добавляем к нему аннотации, комментарии и ссылки. Сервисов, которые работают в этом направлении, не очень много, но несколько я вам покажу. Первый сервис называется VideoAnt. Сейчас я вам ссылку отправлю, чтобы вы открыли и посмотрели, как это выглядит. Это я просто попробовала сервис, поэкспериментировала с ним, взяла видеоролик, посвященный Мурманской области, и добавила несколько аннотаций к нему. Что интересного? Сервис очень простой, предельно простой, к нему даже обучающие материалы не нужны, здесь просто три кнопочки. Вы загружаете видео. Как правило, в интерактивных видеороликах используются видео с YouTube, чаще всего. Все сервисы ориентированы именно на этот хостинг в первую очередь. Итак, вы загружаете видео с YouTube. Оно вот так у вас отображается с левой стороны. Внизу две кнопки. Кнопка «Добавить аннотацию». Как она работает? Запускаете видео кнопочкой «Play» в нужный момент, к которому вы хотите добавить какую-то справочную информацию, аннотацию, просто дополнительный материал текстовый какой-то набрать. Вы нажимаете на паузу. И добавляете аннотацию. У вас будет отсечка временная. Вот, например, первая аннотация у меня добавлена на 42 секунде. А дальше в обычном текстовом формате вписываете необходимую вам информацию. Можно ее в любой момент отредактировать, если что-то у вас поменялось. Затем вновь продолжаете просмотр видео. В нужный момент опять добавляете нужный вам вариант аннотации. Что еще интересного в сервисе? Вы можете пригласить соавторов для работы и добавлять аннотации вместе с ними, как соавторы. И, кроме того, зрители. Как могут зрители здесь поучаствовать? А зрители могут комментировать. Внизу есть кнопочка «Респонд», «Комментарий». На нее нажимаем и даем какой-то свой комментарий к этой аннотации. Можно здесь что-то спросить, если вам все-таки что-то не ясно. Можно как-то прокомментировать, отреагировать, высказать свое мнение и так далее. Дополнительно здесь регистрироваться не надо. Вы, например, можете сюда загрузить буктрейлер, добавить какую-то справочную информацию, а в конце предложить обсудить эту книгу, например. Вот такой вариант. Еще один вариант. Сервис с похожим функционалом, называется он Vibe. Он тоже позволяет, как вы видите, загружать аннотации, задавать вопросы и устраивать небольшие обсуждения. Но в чем отличие у Vibe? Vibe работает в основном, ориентирован он на длинные видеоролики. Если у вас есть какое-то длинное видео, ну, около часа, может быть, понятно, что зрители просто устанут смотреть такой видеоролик, это не очень им удобно. И кроме того, может быть, видео не слишком интересное в каких-то моментах, вы бы выделили несколько фрагментов, которые рекомендовали для просмотра. И если нет у вас возможности резать видео, отрезать нужные фрагменты, загружать их на YouTube и вот таким образом с ними взаимодействовать, для этого всего пригодится сервис Vibe. Вы загружаете готовый видеоролик, а дальше на этом видеоролике на монтажной ленте с помощью кнопочек отрезаете, выделяете нужные фрагменты, передвигая движки слева направо. Есть инструкция к этому сервису, если вам интересно, то вообще вот ко всем этим сервисам есть инструкция, они все спрятаны внутри презентации. Итак, после того, как вы вырезали нужные вам фрагменты, к этим фрагментам вы можете еще добавить аннотации, либо вопросы задавать. Здесь такая же история, как и с VideoAnt. Здесь тоже можно комментировать, есть кнопка «Коммент». Здесь вы можете задать вопрос, получить на него ответы. Или наоборот, кто-то из участников захочет вам задать вопрос, если что-то осталось непонятно. Сервис хорошо подходит и для аннотаций, и для обсуждений. Вот таким образом это все работает. Если у вас есть, если есть желающие посмотреть целиком весь видеоролик, то есть такая кнопочка «Посмотреть все видео целиком». Вы можете нажать на нее и посмотреть весь видеоролик, если он вас заинтересовал. Готовый вот этот вот материал можно вставить на страницу сайта и блога, чтобы было работать с ним удобнее. Еще один сервис Timelinely тоже позволяет добавлять аннотации, задавать вопросы и обсуждения устраивать небольшие. В ряде сервисов, чтобы участвовать в обсуждении, приходится зарегистрироваться. Вот таймлайн или из их числа. Здесь, чтобы что-то прокомментировать, ответить на вопрос, нужно сначала зарегистрироваться в сервисе. Бесплатный инструмент, тоже создает интерактивные видеоролики, тоже на основе YouTube.
Вы загружаете видео по ссылке. Затем точно так же на монтажной ленте вы выбираете нужный фрагмент видео, которому хотите добавить аннотацию или какой-то свой комментарий. Вот он у вас с правой стороны добавляется. Похоже на видеоант. Примерно такой же. Все. Дальше. К комментарию можно добавить еще картинку дополнительно. Вот такого еще нет. Ни в каких сервисах здесь присутствует эта опция. Комментарии у вас сразу не видны. Они будут появляться по ходу. Внизу они обозначены маленькими кружочками на монтажной ленте, когда вы будете просматривать видеоролик. Вот, пожалуй, и все с этим сервисом. Он тоже очень несложный. Можно буквально за несколько минут сделать интерактивный небольшой видеоролик с аннотациями или вопросами. Но есть, конечно, сервисы, которые позволяют к видео прикреплять и опросы, и тесты, и задания, специализирующиеся исключительно на этом. Сервисов не огромное количество, но достаточно много. Большая часть, конечно, платные. Я выбрала бесплатные инструменты, либо условно бесплатные, где есть неплохие бесплатные тарифы, которыми можно пользоваться. Видео здесь будут делиться на две категории, где задания, опросы прямо вмонтированы внутрь самого видеоролика, либо видеоопросы, которые к нему прикреплены. И тот вариант рабочий. Что вам больше нравится, тот вариант и выбираем. Давайте посмотрим. Начнем с самого простого инструмента. Прямо на YouTube, если у вас есть свой собственный канал, вы можете делать интерактивные ролики прямо на самом YouTube. Сейчас я вам покажу несколько вариантов. Правда, если у YouTube раньше был чуть побольше функционал, можно было добавлять развернутые аннотации, вписывать тексты, то сейчас, к сожалению, немножко это все урезано. И здесь можно поработать двумя вариантами. Либо внутрь видеоролика добавить ссылку на какой-то другой видеоролик, либо дать небольшой опрос, опросить зрителей. Как все это работает? Если у вас есть свой канал на YouTube, то наверняка знаете, что там есть такая функция, называется «Творческая мастерская». Сейчас она работает в новом формате. В старом формате она называлась «Менеджер видео». В любом случае, то и то рабочее. Открываете, например, творческую студию, выбираете нужный видеоролик. Единственное условие – видеоролик должен быть собственный ваш и загружен именно на ваш канал YouTube. Только тогда вы можете его редактировать. Открываете видеоролик, ну вот я взяла небольшой топ-10, допустим, и решила опрос придумать, либо вставить дополнительную ссылку на какой-нибудь видеоролик, например, буктрейлер какой-нибудь книги сюда добавить дополнительно. Набираем опцию, которая называется «Подсказки». Нажимаем синюю кнопку «Добавить подсказку». Вот открылся список, что можно добавить. Из этого списка нам подходит видео или плейлист и опрос. Вот две опции. Вот сейчас ссылку отправлю, это видео, внутри со ссылкой на еще одно видео. Оно по ходу будет появляться там в правом верхнем углу. Да. И вторая ссылка – это на опрос. В конце видео будет опрос из нескольких вопросов. Как правило, и ссылки, и опросы размещают в конце видео, но это не обязательно, вы можете и в середине где-то расставить. Это не принципиально. Единственное, что отображаться они всегда будут справа вверху. Далее там появится такой значок, на него нажав, вы развернете опрос и увидите, что и как в нем происходит. Как это все делается? Выбираете видео или плейлист, например, и вот с левой стороны на слайде, как это выглядит. Нажали вы на эту кнопку, а далее вы можете сослаться на любой видеоролик. Можно выбрать из своих, вам сразу вашу коллекцию роликов откроют, мои видео. Либо можете ввести чуть ниже ссылкой любой другой видеоролик с YouTube, который вам нравится, не обязательно ваш. Можно даже целый плейлист туда, главное добавить все это по ссылке. И можно добавить еще небольшое сообщение. Например, посмотрите видео, рекомендуем посмотреть видео и так далее. И это будет отображаться рядом с кнопочкой и ссылкой. Вот таким образом это работает. Так вы можете, например, рассказывая о нескольких книгах, дать ссылкой видео конкретно по какой-то отдельной книге, например. Либо добавочное видео по этой теме прикрепить.
Другой вариант, когда вы выбрали опрос, здесь окошечко выглядит немножко по-другому с правой стороны на слайде оно сейчас. Здесь вы, как работаем с обычным конструктором опросов, вводите вопрос и вариант ответа. Их может быть несколько. Дальше нажимаете кнопку «Создать подсказку», и у вас это отображается внутри видеоролика. Опросы – это не викторины, здесь не может быть правильных, неправильных ответов. Здесь несколько вариантов. Вам просто интересно узнать мнение читателей. Например, понравилась книга или не понравилась. Пойдете на Библию ночь или не пойдете на Библию ночь. Сейчас я вам… я ссылку отправила, да, про Библию ночь. Последняя была как раз. И многое-многое другое. Как посмотреть результаты голосования? Да очень просто. Зрители, как только проголосуют, сами увидят эти результаты. А вы можете либо проголосовать сами, чтобы посмотреть, либо в своем личном кабинете увидеть результаты ваших опросов. Так вы можете спрашивать мнение зрителей, понравился им видеоролик или нет. И, ну, собственно, многое-многое другое можно уже на YouTube сделать. Еще один вариант, тоже Google, связанный с аккаунтом Google, как и YouTube, это сервис Google Форма. Ссылку отправлю. Это как раз тот вариант, когда к видеоролику добавляются, прикрепляются вопросы. Это еще проще. Здесь внутрь ничего не помещается. Здесь вы загружаете видео с YouTube, заходите в Google форму. Если у вас есть аккаунт Google, то вы просто выбираете Google формы «Создать» и далее работаете вот с таким конструктором. Название даете вашему опросу, вы загружаете видео в красной кнопочкой, красной рамочкой. Я выделила эту кнопку для загрузки видео. А к нему можно прикрепить один вопрос, можно несколько. Можно сразу несколько видеороликов загрузить в этот опросник и по каждому из них задать вопрос или несколько. Отметить обязательно или нет. Вы можете создать викторины с выбором ответа, можно открытый вопрос сделать, можно представить в виде таблицы, шкалы и многое-многое другое. Можно картинки прикреплять дополнительно и таблицы. Поэтому это простой и очень быстрый способ создать небольшой опросник по видео. Может быть, он не очень такой красивый получится в итоге, но зато вы можете вставить его на странице сайта и блога, разослать по электронной почте и даже пригласить соавторов для совместной работы с этим опросником. То есть вопросы придумывать вместе. Вот таким образом работает Google форма. Ну вот, пожалуйста, после того, как вы его создали, вам предложат тут же ссылку, код, чтобы встраивать на страницу сайта и блога, поделиться в социальных сетях и добавить авторов можно. По электронной почте разослать приглашение. И таким образом вы его распространите. Чтобы студент мог участвовать в Google опросе, у него должен быть аккаунт. Нет, не обязательно. Аккаунт должен быть у вас, чтобы вы его создали. Если вы как соавтора приглашаете в работу по созданию вопросов, то да, он должен зарегистрироваться. А если просто ответить на вопросы, то это может сделать любой участник. Просто если вы хотите сделать не анонимный опрос, то предусмотрите такую строчку, как фамилия, имя, чтобы знать, кто и как ответил. Давайте еще один посмотрим вариант. Если Google форма, она слишком простая, давайте посложнее посмотрим варианты. Апестер. Сервис, который создает викторины в виде презентации со слайдами и такие же видеоролики, напоминающие немножко презентации. Как это все работает? Ну вот ссылку я отправлю в чат сразу, а на словах расскажу, как это выглядит. Здесь опросник монтируется внутрь видео. На каком-то моменте видео прерывается, поверх видео всплывает такая полупрозрачная подложка. Вот как сейчас на экране вопрос и два, допустим, варианта ответа. И вы должны ответить. Дальше видео не продвинется, пока вы не ответите. Не выберите один из вариантов, как-то не ответьте на этот вопрос. Как только ответили, вам расскажут, правильно вы ответили или нет, и дальше видео продолжится. Единственное, что недостаток, единственное этого сервиса, что здесь нельзя проматывать. То есть, вот как включили видеоролик, там нет движка чуть-чуть быстрее передвинуть. Вот придется подождать. Все интерактивности обозначены на ленте времени кружочками. То есть, вы примерно можете представить, где какой вопрос появится. Ну, вот это, наверное, единственный минус. Все остальное в плюсе, потому что сервис бесплатный и очень несложный. К тому же здесь неинтересная анимация, называется она «Обратная связь».
В случае правильного ответа вам предложат несколько анимашек. Называются они позитив. Вот сейчас на экране как раз эти положительные анимашки. Выбирайте, какая вам нравится. Точно так же из списка можно выбрать негатив. Это если ответ будет неправильный. Ну и в случае неправильного будет другая анимация. Эта анимация, кстати, не обязательно. Да, на сайты, в блоге он встраивается. Анимация не обязательно, вы можете от нее отказаться, если у вас серьезная какая-то викторина. Но для детей, для детской аудитории, почему нет, возможно. А конструктор очень простой. Вписываете вопрос и несколько вариантов ответа. Галочкой отмечаете тот, который верный. Он будет зелененьким выделен для вас. Ну и, в общем-то, все. Участники просматривают видео, отвечают на вопросы. И радуются. На последнем слайде будут итоги викторины, если вы до конца досмотрите и на все вопросы ответите. На последнем слайде вам скажут ваши баллы, сколько вы набрали за викторину. Интересный сервис, необычный, не часто его встретите. Ну вот этот сервис как раз наоборот. Этот сервис очень часто встречающийся, буквально наше все, особенно если с русским языком. Да, на сайт встраивается, и в блог, и в сайт встраивается Appester. Learning's App – сервис, который позволяет создавать разные интерактивные тренажеры, дидактические игры, кроссворды, многое-многое другое, игры со словами, кто хочет стать миллионером, тут больше 20 шаблонов. Из всего этого многообразия я бы выделила шаблон, который называется «Аудио и видеоконтент». Я его в красную рамку вынесла. Что это такое? А в принципе точно такой же. Внутрь видеоролика загружаются вопросы и задания. Единственное, что эти вопросы и задания нужно в самом сервисе Learning's Apps создать заранее. Это должны быть точно ваши вопросы и задания. То есть они должны быть из вашего личного кабинета. В общем, принцип работы следующий. Вам нужно выбрать видео с YouTube, продумать, какие вопросы и какие задания вы хотите здесь видеть. Дальше эти задания сделать отдельными упражнениями. Например, одно задание у вас будет кроссворд, другое задание – пазл, третье задание может быть викторина, четвертое – еще что-либо. Вы их заранее создаете и сохраняете в личном кабинете. Дальше загружаете видеоролик по ссылке. И дальше у вас появляется вот такой шаблон, который вы заполняете. Опять из минусов, что здесь придется вручную настраивать время. Почему-то не продумали создатели, что удобнее проигрывать видеоролик и ставить на паузы, чем высчитывать секундомером, на какой минуте и какой секунде вы хотите видеть опрос. Его приходится проставлять вручную вот в формате минута-секунда. То есть 0,27 – это 27 секунда. Не очень удобно, но вот так, к сожалению. Дальше. В разделе «Вставка» вы можете просто написать какой-то текст. Вот у меня просто есть текст, допустим, про северное сияние Ломоносовского. И на этом все. Это будет аннотация, которая будет появляться в середине, допустим, видеоролика. Если вы хотите сюда добавить игру или упражнение, то нажимайте на синюю кнопку «Приложение» или «Упражнение». Откроется ваш личный кабинет, и вы из него выберете то задание, которое сделали заранее. И прикрепите сюда, к этому видеоролику. После этого вы можете сохранить это видео, получить на него ссылку и код и встроить на страницу сайта и блога. Все работает. Еще небольшой минус. Здесь важно не переусердствовать с количеством заданий. 3-4 задания – это нормально. Если получится больше и если компьютер не очень мощный, то будет притормаживать видеоролик, и задания будут работать медленно, либо подвисать. Поэтому этот вариант тоже надо предусмотреть. Ну, как правило, вот все ссылки, которые я находила на этом сервисе, они все где-то ориентированы на 3-4-5 заданий внутри одного видеоролика. Вот таким образом это работает. Здесь еще есть возможность создать свой личный кабинет, если вы учитель и хотите отследить активность учащихся. Называется это «История мои классы». Вы создаете класс, добавляете туда список учащихся, но чтобы они не были анонимными, их придется зарегистрировать. Или они самостоятельно зарегистрируются в сервисе, и после этого вы можете даже отслеживать их активность, на какие задания они ответили, на какие нет и где были трудности в работе. Еще один хороший сервис называется AdPuzzle. Он позволяет тоже создавать видеоопрос.
Вопросы, видеовикторины, где задания внутри видеоролика находятся. Вот первая ссылка, оно с викторинками по ходу, с небольшими вопросами, открытые и закрытые. Второй вариант – это такой более описательный. Здесь скорее не викторины, а задания по ходу видеоролика. Два варианта, как можно с одним и тем же сервисом поработать. Сервис несложный, хотя и на английском языке, но все тут довольно понятно. После регистрации вы начинаете работать с видеороликом, загружаете его с YouTube. Кстати, здесь можно загрузить и со своего компьютера, если он у вас он сохранен на ПК. Либо можете через кнопочку «Искать контент», у вас откроется поисковик по видеосервисам, в основном из YouTube, вам подскажут, если вы что-то потеряли и не помните ссылку. Но вообще самое удобное, это, конечно, загрузить с YouTube по ссылке. Далее, после того, как вы видео загрузили, у вас откроется вот такая монтажная лента, и видеоролик будет вверху. Вверху кнопки для редактирования полученного видео. Первая кнопка, сейчас она красная, «Crop видео», это обрезка. На тот случай, если видео очень длинное, вы хотите взять только часть. К сожалению, здесь нельзя вырезать внутри. Здесь можно отрезать либо начало видеоролика, либо окончание. Есть вот такие два красных маркера. Вы их передвигаете по ленте времени. Та лента, которая серая, она сохраняется. Та, которая становится белой, она отрезается. Нажимаем Crop видео, и видео будет порезано. Далее приступаем к созданию вопросов. Вам нужно выбрать вот варианты вопросов и определить, в какой период времени они появятся. Точно так же маркерами двигаем по ленте времени, находим нужный участок, куда вам нужно вставить опрос или задание. А дальше выбираем из трех вариантов. Можно добавить открытый вопрос, просто без вариантов ответа. Здесь все очень просто, просто дописываем текст. Внутрь можно добавить ссылку на какую-то добавочную информацию. Например, вы задали вопрос и хотите, чтобы еще участники посмотрели вот еще на этом сайте дополнительную информацию. Можно сюда добавить ссылку, а еще картинку, если хотите. Далее, второй вариант – это обычная традиционная викторина с правильными и неправильными ответами. Один правильный, остальные неверные. Вариантов может быть несколько, по умолчанию два, можно добавить и больше. То же самое можно внутрь добавлять и в вопросах, и в ответах, и ссылки, и картинки, и даже математические формулы. Далее, третье – это для обсуждения. Здесь вы можете либо что-то действительно предложить для обсуждения, либо просто какую-то аннотацию добавить, дополнительную информацию. И опять-таки все то же самое. Ссылки, картинки, математические формулы, если надо. Далее. Вот эти вот задания, викторинки, они выводятся на экран с помощью нажатия последней кнопки, которая называется «Quizzes». Это вот здесь они скрываются. Еще две кнопки VoiceOver – это озвучка. Если вам категорически не нравится, как озвучено видео, либо оно беззвучное, там только музыка, ничего более, вы можете его просто озвучить прямо внутри сервиса. Дополнительная опция – наложить свой голос поверх и объяснить все происходящее на экране так, как вы считаете это нужно. Да, полученное видео устраивается на сайт и в блог. Вам нужен микрофон для этого. Нажимаете VoiceOver – и дальше запускаете видео, смотрите видео и озвучиваете его голосом. Озвучку можно сохранить, можно переписать, если она вам не нравится, попробовать несколько раз. И еще Audio Notes. Это, в отличие от озвучки, тоже добавляется с помощью микрофона голосовые заметки. Но это не все видео озвучивать от начала до конца, а маленькие такие вставочки голосом. Если текста очень много и вам неудобно его писать, ну, либо по каким-то другим причинам вы не хотите текстовые комментарии сюда вставлять, можно добавить что-то голосом. Допустим, информацию надо очень быстро преподнести, либо что-то доозвучить. Создатели видео что-то упустили, вы решили за них сделать работу. Для этого есть голосовые заметки. Тоже выбираем Audio Notes. Вот такой значок микрофончика появляется. Переставляете на нужный вариант. Нажимаете. Запись пошла. Голосовые заметки сохраняются. Точно так же можно их переписывать, если что-то пошло не так.
Вот это касается Edpuzzle. Вообще хороший сервис, мне он очень нравится. Самое главное, что там не очень сложная навигация и очень быстро можно во всем разобраться. Вот, к сожалению, этого нельзя сказать о следующем сервисе PlayPosit. Он несколько раз менял название. Раньше назывался EduCanon, сейчас PlayPosit. Сразу две ссылки вам в чат отправлю. Он такой тоже интересный по-своему, открывает видео во весь экран и скрыты в нем интерактивности. То есть вы сразу не видите, как в Edpuzzle, допустим, где, на какой минуте, какая интерактивность. Вам приходится смотреть ролик, и в нужный момент эта интерактивность всплывает. Изначально вы не догадываетесь, где она прячется. Почему он мне показался немножко сложным? К сожалению, он раньше был попроще, в нем как-то было лучше ориентироваться. Сейчас он стал бесплатным. Большинство опций стало бесплатным, это плюс. Минус, что он стал немножко сложнее, в нем немножко запутанная навигация. Ну, давайте расскажу, как он работает. Тоже видео загружается с YouTube. Можно добавить еще с такого хостинга, как Vimeo, из Google Drive тоже можно добавить. Регистрация в сервисе через электронную почту и аккаунт Google, кому как удобней. Здесь при регистрации доступны две опции – учитель и студент. Собственно, такие две опции доступны были в предыдущем сервисе Edpuzzle. Я просто забыла об этом сказать. Если студенты будут регистрироваться как студенты, то опросы у вас будут не анонимные, а вы можете следить за активностью ваших учащихся. И в Edpuzzle, и в PlayPosit есть возможности для личных кабинетов и для регистрации учеников, чтобы можно было за ними наблюдать и делать это как учебное задание. Что здесь интересного? Загружайте видеоролик, а дальше кнопочка Interaction, интерактивность, вам позволяет добавить много разного интересного сюда. Multiple choice, ну по порядку пойду. Multiple choice – это выбор, викторина с выбором одного правильного ответа. Check all – это вопрос с выбором тоже ответа, но здесь их будет правильных несколько. Free response – это открытый вопрос. Fill in blank. Вот с этой вот опцией я так и не разобралась, на будущее себе ее оставила. Это заполнение пропусков в тексте. То есть вы какой-то текст вписываете, нужно вписать недостающее слово, например. Правда, почему-то у меня не всегда эта опция заработала. Возможно, связано с кириллицей, но я пока так и не поняла, в чем. В общем, вот fill in blank не всегда срабатывает. Пол – это обычный опрос, discussion. Вот здесь вы можете затеять обсуждение видеоролика. Дальше еще две для аннотаций. Pause – это обычная текстовая аннотация, а embed – это ссылка, аннотация-ссылка. То есть вместо текста вы добавляете просто гиперссылку на какой-то другой информационный ресурс. Как видите, тут можно и аннотировать, и опросы, и голосование добавлять. Возможностей достаточно много. Что еще внутри этого сервиса можно сделать? Ну вот, пожалуйста, так выглядит, например, викторина. Похоже на Edpuzzle. Выбрали вы, допустим, multiple choice, у вас вопрос, два варианта ответа. Можно несколько добавлять, можно точно так же прикреплять картинки, ссылки. Есть голосовая озвучка, можно голосом вопрос озвучить, например. Далее вы, здесь еще такая особенность есть, что можно назначать баллы за каждый ответ. Допустим, вот к этой викторине я назначила 2 балла, ну, поскольку этот вопрос мне показался самым сложным. За обычный вопрос 1 балл и так далее. Здесь больше возможностей для настройки этой интерактивности. Можно один и тот же опрос продублировать, правда, я не совсем поняла, для чего нужно 2 одинаковых опроса внутри видео, но тем не менее есть такая кнопка дублирования. Можно передвигать по ленте времени созданный опрос, если там временная отсечка не совсем совпала, ну и можно удалить, если он вам больше не нравится. Вот таким образом работает опросник здесь. Что еще среди опций есть? Есть возможность обрезки видео. Есть возможность сделать такую гирлянду из видеоролика. То есть, если у вас, например, есть несколько видео на одну и ту же тему, и их нужно просматривать одно за другим. И к каждому видеоролику вы прикрепили свое задание какое-то определенное.
вот такая задача стоит, то не надо давать, допустим, 5 ссылок на 5 роликов. Вы можете дать ссылку на первый, а далее прикрепить, после того, как участники досмотрят все до конца, выполнят задание, для них появится ссылка на следующее видео. Они по ней переходят и продолжают работу дальше. Вот таким образом это работает. Ну вот теперь, пожалуй, все. Сервис бесплатный в большинстве своем стал. Можно встроить на страницу сайта и блога готовое видео. Видео, кстати, можно закрыть для просмотра только своего класса, либо сделать публичным для просмотра всех. Еще один интересный сервис H5P. Рассказываю о нем много и часто, потому что сервис действительно стоящий. Если сравнивать, то он по такому же функционалу, как Learning Apps, только еще больше. Единственный недостаток, он на английском языке, и тут придется, правда, потрудиться, потому что не все всегда понятно, здесь очень много настроек и дополнительного всякого интересного. Я в свое время, год назад, заинтересовалась этим сервисом, написала подробные обучалки по всем основным шаблонам в этом сервисе. Поэтому, если вам эта информация интересна, о нем у меня есть, все внутри презентации спрятано. Шаблон, который создает здесь интерактивное видео, так и называется. Интерактив видео. Вообще, если забежать немножко в сторону, от темы отвлечься, то здесь более 20, может быть, уже и больше шаблонов для создания всяких разных интерактивностей, начиная с презентаций, заканчивая играми, викторинами, флеш-карточками, лентами времени. Вот только что виртуальных карт здесь еще нет, а все остальное уже присутствует. Совсем недавно появилась такая интерактивная книга. Вот я все планирую заняться и разобраться с этим шаблоном. Ну, возвращаемся к теме интерактивное видео. После того, как вы зарегистрировались, выбрали этот шаблон из списка, а дальше вам нужно загрузить видео. Вот кнопочка, где сейчас YouTube написано, вот здесь, на этом месте, будет кнопка для загрузки видео. Загружайте видео с YouTube, либо можете загрузить с компьютера, правда, вам дают лимит только 16 мегабайт. Сервис абсолютно бесплатный, поэтому вот ограничение только по весу видеоролика. Далее. Здесь вы можете прописать копирайт, кто автор видео, какое-то стартовое изображение добавить. Здесь даже субтитры можно дописать. Правда, ни разу не пользовалась этим, но чисто технически тут есть. Далее есть такая интересная кнопочка «Перевод надписей». Все надписи, задание первое, задание второе, там, ответить и так далее. Они все будут на английском языке. Вы можете их перевести на русский, и тогда будет удобнее с этим видеороликом работать. В общем, довольно кропотливая работа, но хорошо получится. Дальше вторая вкладка Add Interaction. Вот она. Если ее открыть, то у вас будет видеоролик, а вверху и сбоку будут кнопочки с добавлением разных интерактивностей. На сегодняшний момент H5P, наверное, самый такой масштабный сервис, потому что он может добавить внутрь видео практически все. Все, что только можно придумать. Вот я все кнопочки подписала, вы можете посмотреть, что здесь есть. Надписи. Надпись – это просто одно-два слова. Тексты – это уже побольше. Таблицы. Ссылки на веб-ресурсы. Изображения. Это только вот такие статичные какие-то вещи. Далее пошел уже, собственно, интерактив. Вопросы самые разные. Утверждения с несколькими верными ответами, с одним верным ответом. Открытые и закрытые. Можно задания на заполнение пропусков, на выделение слов в тексте, на перенос слов. Ну, что это значит? Это группировка слов по каким-то параметрам. Есть интересная викторина, называется викторина ветвления. Я о ней чуть подробнее расскажу. Есть горячие точки со ссылками на веб-ресурсы. Это далеко не полный перечень, потому что тут еще с другой стороны есть. На слайд уже не поместилось, но с другой стороны уже есть такие добавочные опции. Например, добавить чат, Twitter, социальные сети и так далее. Вот основные сейчас на слайде, на экране. Уже достаточно этого функционала, чтобы сделать нечто грандиозное. В отличие от Learning Apps, в котором надо заранее создавать все задания и потом уже тогда их добавлять, в H5P все проще. Вы прямо выбираете внутри видео нужное вам задание и тут же его создаете на основе шаблона. Вам открывается шаблон, и вы его заполняете. Ничего заранее делать не нужно.
Как это все делается? Запускаете видео, в нужный момент приостанавливаете его, и дальше выбираете нужную вам интерактивность и ее редактируете. Например, вам нужно вписать текст. Вот у вас время 30 секунда. Далее вы самостоятельно думаете, сколько времени эта текстовая надпись будет на экране. По умолчанию 10 секунд вы можете увеличить это время или уменьшить, в зависимости от текста. Можно остановить видео на данный момент, можно проиграть дальше. Дальше, как текст будет показан, в виде кнопочки, либо в виде постера, то есть плашка будет всплывающая с текстом. Ну, сам текст, естественно, вписать, можно какие-то ключевые слова к нему добавить и все это сохранить. Как видите, тут очень все серьезно проработано, тут целая команда профессионалов, наверное, над этим всем работала, чтобы все это сделать красиво. Вот ссылка. Казалось бы, что проще вставить ссылку, но здесь тоже своя история. Ну, время появления и исчезновения точно так же нужно прописать, дать название вашей ссылки, саму ссылку вставить, цвет, тень настроить. В общем, тоже очень много чего интересного можно сделать. Вот, например, добавление викторины. Вот так выглядит шаблон. Он не такой красивенький, как в Learning's App, но все функционально, все работает. Вопрос, question, а дальше варианты ответов, альтернативы они называются. Правильный будет самый первый, остальные будут неправильные. Неправильных вариантов ответа может быть больше. Просто нажимаете на кнопку «Добавить ответ» и их вписываете. Сервис все перемешает и будет все как положено. Новый вопрос добавляем нажатием кнопки Add Question. Вы к одному фрагменту видео можете добавить сразу несколько вопросов, целую викторину прикрепить, если вам это нужно. Далее. У сервиса есть хорошо развитая обратная связь. Вы можете в конце викторины или в конце всего этого видеоролика настроить обратную связь. Вот вариант сейчас на экране. Это сделано в сервисе по умолчанию. Вы можете как-то переставить проценты в зависимости от вашей оценки. Формулы, да, тоже можно вписывать математически. Ну, если 20% верных ответов, то это неплохо, если 80% хорошо, если до 100%, то это просто отлично. Надписи я перевела на русский язык. Там были not bad и там excellent, вот что-то такое. Я их перевела на русский язык, чтобы было понятнее. Вот. Вы можете добавить более подробную градацию. Add range, это как раз оно и есть. Вы можете добавить еще, допустим, варианты, там, более подробную классификацию. Ну, по умолчанию здесь три ступеньки. И какие интересные задания здесь могут быть, кроме викторин? Ну, вот такое, например, задание Drag and Drops. Ну, это больше развлекательное, чем познавательное, но, тем не менее, такое оживление вносит. Что это такое? Это викторинка, которая, да, презентация будет доступна. Она до конца вебинара доступна, вы ее прямо сейчас можете скачать. Если вы имеете в виду вот то, что я вам показываю, да, в разделе «Ресурсы» вверху справа серая кнопка с изображением папки. Оттуда скачивается. Drag and Drops. Что это такое? Картинка, изображающая что-то. И вам нужно выбрать один из трех вариантов, что это такое. Но не просто нажать, а взять мышкой и перенести на саму эту картинку. Вот, например, кто это угадать, норка, выдра или андатра. Правильный вариант это была выдра. Поэтому вот именно этот второй вариант нужно взять и перенести на картинку. Ну, так и называется драг. Тащи, дроп, бросай. Тащи и бросай. Называется этот вариант викторинки. Вот я обещала вопрос ветвления, он называется Crossroads, перекресток по-другому. Что это такое? Это довольно сложная конструкция, постараюсь попроще объяснить. В общем, смысл в чем? Здесь участникам предлагается вопрос и несколько вариантов ответа. В зависимости от того, какой вариант они выберут, их перенаправят на какой-то фрагмент видеоролика. Допустим, если они ответили верно, то их отправят вперед. А если они отправили неверно, их вернут назад в видеоролик, чтобы они еще раз посмотрели его и опять ответили на вопрос. Ну, как вариант. Вы можете как-то более сложно прописать структуру. Допустим, если участник ответил сразу сходу на сложный вопрос, то вы его можете сразу в конец видеоролика направить. Вот для этого и нужен Crossroads. Здесь придется
помучаться немножко в хорошем смысле этого слова, но тем не менее, выбирайте эту интерактивность, настраивайте, как всегда, появление исчезновения, вопрос вписывайте, варианты ответа, а дальше кнопочка Go to, здесь временная отсечка нужна. Но тут придется вручную вписать, сервис за вас не догадается, куда нужно, поэтому вот тут придется отмерить секундомером или как, прописать, на какой фрагмент видео отправить вашего участника. Вот отсюда и появляется ветвление. Можно такое сделать многоступенчатое ветвление. Участник попадает на фрагмент, опять вопрос, и опять его на какой-то другой вариант, фрагмент видеоролика отправляют. Вот так это работает. Горячая точка. Это гиперссылка, но она такая более красивая будет в виде горячей точки на экране. Вы выбираете какую-то... Да, разобраться придется, но я написала... подробные инструктирующие материалы, если потребуется, обращайтесь. Горячая точка – это ссылка на какой-то веб-ресурс, который изображается в виде области на экране или в виде действительно точки, на которую нужно нажать. Например, у вас там какое-то изображение на экране идет какого-то действующего лица, ну, допустим, там история, ну, я так условно говорю про Печорина, и вот у вас фотография Лермонтова, и если там нажать на горячую точку рядом с его портретом, то откроется, допустим, статья из Википедии про биографию Лермонтова. Ну, например, так. Вот для этого нужны горячие точки. Можно, конечно, это все сделать и прописать просто ссылкой, но не очень интересно. Вот кнопочки нажимать поинтереснее будет. Для этого, собственно, они и нужны. Вы можете сослаться либо на веб-страницу, либо на фрагмент видеоролика вот этого же самого. Здесь можно таким образом это сделать. Ну, форму и цвет этой кнопочки отрегулировать, и будет вообще все замечательно. Ну и последняя опция. Тут можно об этом сервисе целый вебинар, наверное, говорить, потому что тут действительно много всего интересного, загадочного. Если у вас видеоролик большой, и по нему нужно как-то перемещаться, навигация нужна, для этого есть кнопочка для добавления закладок. Она в виде флажка отображается. Я вам первую ссылку дала, там про витамины, где видео. Там есть этот навигация, есть такое меню. Она, если нажать на значок флажка, меню откроется. Вы просто внизу видеоролика нажимаете на значок «Добавить закладку» «Add a bookmark». Дальше вы мотаете видео там для какого-то фрагмента, добавляете эту закладку. Все это закладка, это ссылка на определенный фрагмент видео. Прописываете, например, вот на этом этапе рассказывается вот про это. Даете название этой закладки, сохраняете. Затем опять проматываете видео, опять добавить закладку, новое. И таким образом несколько делаете пунктов меню. Вам сервис все это соберет в один большой список. И если нужно, то вы потом этим меню можете пользоваться, оно интерактивное. Нажимаете, и тут же видео перематывается на нужный вам фрагмент. Так удобно смотреть длинные видеоролики. Например, загружаете вы «Войну и мир» и даете задание посмотреть только сыну Бала Наташи Ростовой. А сделаем для этого навигацию, тогда просмотр видео будет намного удобнее. Сервис абсолютно бесплатный, все возможно, никаких ограничений нет, и это здорово. Его можно встраивать на странице сайтов и блогов. У него есть плагины для WordPress. Если кто-то на WordPress работает, то есть плагин специальный для этого сервиса. И в Moodle он тоже встраивается. Правда, я в Moodle не работаю. Это такая дополнительная информация. Просто, чтобы было. Далее, в конце видео, если нужно, есть еще дополнительное, называется это Summary. Оно не обязательное. Это небольшая викторина на основе утверждений. Правильно, неправильно. Посмотрели вы видеоролик, а теперь согласитесь с утверждением. Верно, неверно. Можно давать подсказки, можно добавлять количество утверждений неограниченно. И дальше устанавливается время, в какой момент времени это появится. Например, за 3 секунды до конца видеоролика такой summary появится. Но это не обязательная опция, ее можно пропустить. Вот, пожалуй, про H5P все. Осталось у нас еще несколько интересных сервисов для создания обсуждений. Vailox. Довольно давно существующий сервис. Может быть, кто-то им пользовался. В Facebook только ссылкой можно встраивать. Ну, ссылкой можно, конечно, делиться в любых социальных сетях. А встраивать можно на сайты и в блоге.
покуда. Вайлакс. Что это такое? Это сервис для создания обсуждений. Здесь тоже используется видео с YouTube. Вы его загружаете. Либо можно со своего компьютера. Но, к сожалению, когда я пыталась с компьютера загрузить, у меня сервис завис. Вероятно, что-то пошло не так. Поэтому с YouTube все-таки будет быстрее и лучше. Сюда можно что добавить? Сюда можно добавить аннотации, комментарии. Здесь все очень просто. Внизу под видео появляются всего две вкладки. New Comment – это комментирование и аннотации. Принцип работы такой же. Перематываете видеоролик в нужный момент и дальше комментируете, даете какую-то справку. И опросник, New Poll он называется. Здесь несколько вариантов вопроса. Вот сейчас, например, с выбором правильного и неправильного ответа. Кнопочка Vote – это кнопка для голосования, для ответа на вопросы. Есть возможность добавить открытый вопрос для обсуждения и можно присоединиться. Когда-то Vailex был довольно популярным сервисом для обсуждения видеороликов. Можно было устраивать здесь обсуждения, задавать вопросы, получать ответы. Сейчас он не такой востребованный сервис, но вот для полноты картины я о нем тоже расскажу. Единственный недостаток здесь то, что здесь нельзя комментировать ничего, не зарегистрировавшись в сервисе. То есть посмотреть это все можно, но принять участие в вопросах, в голосовании, в обсуждении здесь без регистрации не получится, к сожалению. Но зато вот этот вот опросник, вот это видео можно встроить на страницу сайта и блога. Не у всех сервисов есть такая возможность, здесь есть. Плюс к этому здесь можно создавать свои классы, группы и отсматривать активность учащихся. Поэтому в большей степени это инструмент для учителей и преподавателей, которые хотят обсуждать видеоролики и создавать несложные к ним викторины. И если H5P достаточно сложный для освоения сходу, то вот Vailex это как раз вариант довольно простого и эффективного инструмента, если вы хотите сделать быстро и интересное. В H5P надо работать только по регистрации, к сожалению. Отвечать на вопросы, да, отвечать на вопросы могут все. Если что-то создавать, то только с регистрацией. А дети на ваши вопросы викторины могут отвечать совершенно свободно, без регистрации. Ну вот, например, еще один вариант. Тот был multiple choice, а здесь check all that apply. Здесь немножко другой вариант ответа. Здесь может быть несколько правильных ответов в этом случае. Вы точно так же прописываете вопрос на определенную отсечку времени и варианты ответа. Участники могут отвечать кнопкой Vote и комментировать. С кнопкой со стрелочкой называется она коммент. Вот таким образом это все работает. Ну вот то, что я говорила, создание группов и классов. Вот есть в личном кабинете такая опция. Создаете класс, называете его каким-то образом, а дальше рассылаете приглашение участникам присоединиться к этому классу по ссылке и по электронной почте. Либо школьникам, студентам саму ссылку даете, либо рассылаете в электронных письмах. И после этого можно работать внутри сервиса. Интересный сервис называется TED-Ed. Здесь уже опросы и задания не вставляются внутрь видео, но это не делает его менее интересным. Vailex, забыла вам добавить ссылку, конечно, на обсуждение. Заговорила сейчас, минутку, отправлю на Vailex ссылку, чтобы вы посмотрели, как это вживую выглядит. Вот. TED-Ed. Ну, наверняка о презентациях в стиле TED, о выступлениях в стиле TED вы слышали. Это довольно интересный вариант выступления. В течение 20 минут спикеры, ораторы рассказывают о какой-то интересной теме. Очень много интересных видеороликов, как раз вот этих TED-выступлений, в YouTube, в интернете можно найти, использовать их на мероприятиях и на уроках. Есть такая подраздел, скажем, TED, называется этот сайт TED-Ed для образования. Чем интересен? Здесь создаются видеоролики, но они в стиле мультипликации. Я вам сейчас отправлю парочку ссылок на эти мультипликационные видеоролики. Это учебное видео, правда, снято в формате мультипликации, и темы выбраны очень необычные. Но вот ссылку, которую я вам дала, называется «Один день из жизни запорожского казака».
А вторая ссылка – это про Солнечную систему, где в нашей Солнечной системе есть жизнь. Это видеоролики в стиле анимация, учебные, они длятся не очень долго, там не больше 10 минут, насколько я знаю, и дают очень интересную информацию детям, да и взрослым, наверное, в таком неформальном виде, в неформальном изложении. И сняты как раз учителями совместно с мультипликаторами. Когда-то эти видеоролики у нас очень интенсивно переводились, их можно было в интернете найти. Сейчас, к сожалению, их периодически удаляют, и вот так просто в Ютубе отдельного канала для них все так же нет. Я вот просто набрала в поисковике несколько видеороликов, нашла и ссылку вам дала. Вообще очень интересное видео, рекомендую для использования. И по литературе, и по языкам есть. Ну, если вы изучаете английский язык, вам и карты в руки, потому что все ролики на английском языке изначально, их можно прямо на сайте брать, там огромное количество видеороликов на самом. А вот русскоязычные, переведенные, их придется еще поискать. Но если найдете, получите удовольствие, я надеюсь. Ну, так вот, возвращаясь к сервису TED-Ed. Он позволяет участникам делать на основе этих видеороликов, вот этих мультяшных, свои уроки, добавлять к ним вопросы, задания, обсуждения и так далее. И самый большой плюс, ну, поскольку они все здесь на сайте на английском языке, нам это не очень интересно, но можно загрузить свое видео, любое, не обязательно вот такое мультяшное. Любое видео с YouTube, которое вам нравится, вы можете загрузить внутрь сервиса и добавить к нему опросы, голосование, обсуждение и многое-многое другое. Сейчас я вам ссылочку отправлю, пример. Видео «Саврасов грачи прилетели». Ссылка вот она. Загрузили видео с YouTube, а дальше к нему стали добавлять вопросы и задания. После того, как вы зарегистрируетесь в сервисе, загрузите видео, оно у вас вот с левой стороны будет, а дальше вот такой вот конструктор, несложный. Даете название видеоролику, описание, вступление, а дальше здесь есть несколько опций. Можно обрезать кроп видео, если оно длинное, можно обрезать. Дальше. Несколько разделов. Let's begin. Что это такое? Это описание вступления к видеоролику. Если вам нужна какая-то описательная информация. Можно не обязательно одно предложение, можно больше. Дальше. Раздел Think. Подумать. Это викторина. Вы задаете викторину какую-то, какие-то вопросы. Можно несколько, можно один. Тут количество вопросов не ограничено. Каждый вопрос можно редактировать. Я взяла видео про Мурманск, например, по поводу авторских прав на ролики с YouTube. Именно конкретно в этот сервис добавляется любой видеоролик с YouTube. Просто значок, логотип YouTube, он все равно сохраняется на этих видеороликах, поэтому я не думаю, что авторское право будет нарушено. Вот если только вы свое какое-то конкретное видео без разрешения правообладателя закачали на YouTube и тогда уже добавили, тогда могут возникнуть вопросы. А если вы берете какие-нибудь учебные видеоролики с официальных каналов, логотип YouTube сохраняется, то есть если они выложены для всеобщего просмотра, то можно их использовать в работе. Почему нет? Поэтому в сервис можно загрузить любое видео, которое опубликовано на YouTube. Ну и любой вопрос из этих можно отредактировать, варианты ответов к нему добавить, либо сделать его открытым. Вот, например, с вариантами ответа это с левой стороны, да, как называлась главная улица Мурманска. Несколько вариантов ответа, и вот один из них правильно обозначаем его зелененьким. Или просто открытый вопрос. Как вы думаете, почему площадь Пять углов в Мурманске получила такое название? Открытый. Сохраняете. Тут особых каких-то таких фишек нет, здесь просто обычный текст добавляется, ни картинок, ни озвучек, к сожалению, тут не обнаруживается. Кроме того, в этот сервис не дает еще возможности прикручивать, ну, извините за такое слово, не знаю, какой лучше подобрать, каждый вопрос викторины нельзя пристроить к определенному фрагменту видеоролика. То есть викторина вся целиком. Либо вы сначала смотрите весь ролик, а затем отвечаете на все вопросы викторины, либо вы смотрите, пауза, побежали в викторину, что-то ответили, потом дальше смотрите, дальше продолжаете отвечать. Ну, вот таким образом. Здесь нет, викторина не пристраивается к определенному фрагменту видео. В этом ее и плюс, и минус одновременно. Дальше. Вкладка, которая называется «Dig Deeper», «Копнем поглубже».
Это дополнительная информация по теме. Вот здесь вы можете уже практически любую информацию добавить. Можно текстовую, можно картинку, можно ссылку на веб-ресурсы. Иногда здесь список каких-то дополнительных книг, веб-ресурсов добавляют. Поскольку это ориентировано прежде всего на студентов и школьников, то здесь какие-то дополнительные списки литературы могут быть. Дальше. Кнопка Discussion – это дискуссия. В Moodle нет, она не встраивается. Вот этот, он, к сожалению, существует только на сайте. Они могут дать вам только ссылку и все. На сайты, в блоге, в Moodle не встраивается. В Moodle встраивается только H5P. Из того, что я знаю. Насчет Learning Apps вот еще не уверена, встраивается ли он. Но вот 100% только H5P, насколько я владею информацией. Ну и, наконец, последняя вкладка называется «And finally» – «Заключение, вывод». Это, опять-таки, какая-то дополнительная информация, либо вывод, дополнительное замечание, либо еще какая-то дополнительная ссылка. А вот еще почитайте здесь, посмотрите вот тут, и еще вот этот видеоролик тоже заслуживает вашего внимания. Вот таким образом это все делается. Интересный сервис, можно попробовать и поэкспериментировать. Надеюсь, понравится. Он на самом деле несложный. Ну и последний сервис, о нем я уже вчера немножко рассказывала на последнем вебинаре. Это сервис WizardMe. Позволяет он создавать интерактивные рабочие листы, которые сделаны на основе видео в том числе. Это не совсем интерактивное видео в широком смысле этого слова. Я взяла его в этот обзор, потому что здесь вы можете загрузить видеоролик, а к нему придумать разные типы заданий и упражнений. И все это к одному видеоролику. Ну вот, например, я взяла видео про былины и к нему разные варианты вопросов представила. Вот еще вариант про Киевскую Русь. У меня сегодня как исторический немножко экскурс. Ну вот к таких... исторических интерактивных листов здесь большинство. Сервис очень красочный, очень интересный. Ориентирован, я думаю, больше всего на школу и на школьников, потому что здесь есть разные варианты оформления, как вы видите. Можно красивую обложку выбрать. Можно выбрать сейчас уже больше даже заданий, чем сейчас на слайде. Их уже 14 самых разных. Открытый вопрос, закрытый. Заполнить пропуски, создать пару, вставить таблицу, отсортировать, нарисовать, ставить тексты, картинки, видео, изображения. Любые встраиваемые объекты внутрь этого листа вставляются. Например, какую-то викторину, например, с того же Learning Apps сюда можно добавить. Можно организовать дискуссию участников и многое-многое другое. Сделать быстро, интересно и красочно. Хотя язык английский, тут все не так, чтобы и сложно. Ну, вот варианты, например. Например, вот соединение пар. Вот такой конструктор, вы тут же его конструируете, вот протягивая ниточки между парами в правильной последовательности и сохраняете. А участники должны эти ниточки поставить в нужном порядке, потому что сервис все перемешает. То же самое с табличкой. Графы таблицы перемешать, и затем нужно правильную таблицу создать. Участники могут отвечать анонимно на ваши вопросы. Если ваша цель проконтролировать и поставить за это какие-то оценки, отметки, то да, студентам нужно зарегистрироваться, будь что они не были анонимами. А так любой участник для самопроверки может зайти на все вопросы, поотвечать и сам себя проверить, если он хочет. Вот таким образом работает сервис. В основном он бесплатный. Здесь только дополнительно два блока будут платные, но они не такие уже важные, чтобы отказываться от этого варианта. Количество интерактивных листов не ограничено, заданий в них тоже не ограничено. Блочная система. Просто выбираете нужный блок и его редактируете. Их можно менять местами, перемещать и так далее. Кстати, не обязательно эти все задания могут быть прикручены к видео. Вы можете просто задать тему и дальше придумать к ним несколько заданий по теме. В этом случае у вас уже будет не интерактивное видео, а просто электронный урок, например. Ну или, как так все красиво называется, интерактивный рабочий лист. Вот таким образом работает этот сервис. Вот, пожалуй, все про интерактивное видео, все, что я знаю, все, что умею, все, что попробовала. Теперь были тут по ходу вопросы, где искать ссылки, обучающие материалы и так далее.
Есть справочная презентация «13 инструментов для создания интерактивного видео». Давайте я вам ее еще сейчас в чат отправлю. Она на последнем слайде презентации идет ссылочкой, но если кто-то пропустил или презентацию забудет скачать, вот она. Здесь обучалки, справочные материалы и примеры. Примеры я вам в чат сегодня посылала, обучалки, там есть и моя про H5P, поэтому кто заинтересовался, пожалуйста, смотрите. Если вопросы останутся или появятся, то меня можно найти на Фейсбуке, по электронной почте или в группе. Как всегда, рекламирую свою группу ИКТ-мастерилки. Если интересна тема ИКТ, то приходите, буду рада. Спасибо большое за внимание, спасибо, что пришли. Следующий вебинар у меня будет теперь, ну, через несколько недель, через 2 или 3 недели. Надеюсь увидеть вас снова. Ну, и если вопросов нет, то спасибо большое и всего доброго. Ссылка на Facebook, она вот в самой презентации. Я ее заранее не скопировала, но вы можете по поиску найти. ИКТ-мастерилки найдутся быстро. Еще раз спасибо большое и до новой встречи.